Коктейль «Сухой мартини». В своей монографии Эдмундс называет мартини напиток для важных, а не простых людей. Напиток оптимистов, а не пессимистов. Напиток прошлого, а не настоящего. Разумеется, вариаций мартини огромное множество, и можно найти то, что вам по вкусу. Взбалтывать или смешивать – это выбор каждого. Лично я небольшой поклонник пить джин в чистом виде, поэтому предпочитаю сухой мартини в соотношении 1:1. Он более мягкий, все еще крепкий и элегантный коктейль. Кажется, пора доставать свой смокинг.